Так, ну что, ребята, продолжаем играть в Майнкрафт. И у нас много чего интересного поменялось, изменилось за первый ролик. У нас есть овечка, которую я стригу, не дай бог, чтобы она не упала. Что еще интересного здесь? Скоро мы построим кроватку. Пшеница вообще не хочет расти и потихонечку растет, зато у нас есть большое дерево. А остальные деревья почему-то нифига не растут. Странно. Ой, да ладно, дальше добываем. У меня много еще падает... всяких вот таких вот штук вниз. И мне надо бы что-нибудь как-нибудь это дело изменить. А как изменить? Наверное, воду вылить. Вода, у меня только... вообще мало воды. Только вот одно было ведерко. Ладно, что-нибудь с этим придумаем. Так, что где у нас... овечка, ты что не жрёшь? А, у тебя травы нету, слушай, алло. А, вот здесь только трава есть. А, нифига. Она вот эту траву жрет или обычную траву ест? Блин, будет плохо, если у нее шерсть не вырастет. Ей нужно что-то сожрать. Ладно, будем ждать. Не знаю, может что-нибудь получится у меня. Блин. Будет плохо, конечно, обидно, если у нее ничего не вырастет. Шерсть. А мне нужно много-много шерсти. Дальше продолжаем. Вот, видишь, падает это все. Как же мне это... Как же мне это все сделать, чтобы оно не падало? Как же мне туда блоки поставить, под низ? Вот это вопрос. Вот это интересно. Ладно. Пусть падает, ничего страшного. Так, добываем дальше материал. О, какой-то новенький пошел. Материальчик. Но мне вот просто бы классический булыжник бы добывать, и все. Мне такого. А, хотя если лава будет, то я смогу с лавы делать. Ох ты! Опять она корова. Опять корова появилась. С лавы я буду делать бесконечные булыжники. О, яичко одно попалось. Что у нас тут? Земля есть? Да, 14 блоков. А нет, да, это земля. Это хорошо, хорошо. Мы дальше будем увеличивать наш сад. Так. Вот еще 6 блоков. Все, пусть у нас пока тут что растет, то и растет. Вообще мало блоков у меня земли. Капец, 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 капец. Ладно, посмотрим, может быть здесь где-то. Нет, земли здесь нет. А здесь? Здесь тоже ничего интересного. Зато есть глина. Мы можем глину, по идее, пожарить, да? Да, и получится кирпичи. Да, либо обожженная глина. Сейчас посмотрим, что получится. Получится ли у нас кирпич? Нет, вот это я не помню. А ну, да, кирпич получается. Ну все, пускай глина тогда обжигается. А мы дальше продолжим добывать всякие вот материалы. Блин, а что делать было с песком? О, видишь, все попадало вниз. А ну-ка, давай посмотрим. Летит оно вниз. Да, оно все упало вниз. Ёлки-палки. На, надо бы мне как-нибудь это все дело придумать. Как это все построить. Слушай, я буду что-то делать, давай. Так, убираем это все материалы сюда. В наш... Блин, мне места уже не осталось. Ладно. Сделаем еще сундучок. Даже два. Если два получится, то... А, нет, это один. Один только сундук. Ладно, ничего страшного. Сундук мы сюда поставим еще. Так, дальше. У меня где-то тут ведро есть. Вот ведро. Сейчас я придумаю что-нибудь. Так, придется воду отсюда пока взять. И как же там это все строить? Просто выливаем воду, потом берем ведро, убираем ведро. И сейчас мы возьмем материал. Какой не жалко. Ну, вообще, не жалко это, конечно же, дерево возьмем. Сейчас попробуем вот так вот построить. Значит, я, получается, ныряю. Оп-оп-оп-оп. Нет, 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 я упал, блин. Не получилось, да, жалко дерево мне. Ах, так, давай пока научимся. Блин, прыгать нельзя. А чё я прыгаю? Блин, а как так? А как так, алё? А как так с водой-то? Подожди. Пойди. Пойди вот так вот прыгаешь на воду. А потом падаешь, да? Фигня. Не получится, не вариант. Что-то как-то не вариант. А как же это... Как же построить-то блоки-то? Вниз. Блин, пока я там везде прыгал, нырял, у нас выросла, прикинь, этот самый...
Так, воду я забираю. У нас деревья повырастали, прикинь. Тут все засохло. А, нет, пока не сильно все засохло. Кто-то умер. Блин, хоть бы это не овечка умерла. А, нет, овечка вот ходит, нормально все. Какая-то корова сдохла. Ну ладно, мне не жалко, мне тут коров этих. Так, вот мне тут это дерево теперь убрать. Слушай, алло, ножницами мы сейчас уберем вот это вот листву. Она тоже мне пригодится. Что-нибудь строить. Что-нибудь я из этой листвы построю, ребята. Так. Так, вот деревяшка осталась. И деревяшку мы сейчас уберем топором. Так, железного топора у меня, к сожалению, нету, поэтому таким пока будем убирать дерево. Замечательно, что оно выросло. Ох, у меня саженца не выпало, да? Ни одного саженца не было, ё-моё, зато дубовых листьев много. Что же делаем с дубовыми листьями? А с дубовыми листьями мы можем что-нибудь типа вот так вот построить, почему бы нет? То я хотя бы с дубовыми листьями, если я увеличу здесь. Конечно, это не надежный блок, это не земля, это не дерево, но хотя бы мы этими блоками можем тоже увеличить наш дом, ну как, площадку. Тут мы все это расширяем с вами. Блоков очень много, но они не особо надежны, они, во-первых, могут быстро сгореть. Ну ладно. Пока у нас не сильно много всяких разных блоков, они тоже, в принципе, сгодятся. Может быть, животные сюда сбегутся. В эту сторону. Они подумают, что это зеленая трава и будут здесь жить. Это прям хорошо. А по освещению, я подумаю, сейчас сделаем, наверное, эти самые факела. У меня же здесь есть уголь. Так, вот смотри, они ищут, видимо, свет. И прям сюда идут. Так, еловое бревно. Будем на бревнах тогда продолжать готовить. У нас здесь очень много всяких глины. Поэтому ладно. Давайте сделаем освещение. Палочки мне нужны. Ах ты, ё-моё, сначала дубовые доски, потом после дубовых досок мы делаем палочки, после палочек мы делаем факела. И вот эти факела мы сейчас поставим. Один сюда, один сюда. Вот уже, смотри, светлее как стало. Давай здесь осветим нашу штучку. Так, я надеюсь, тут искр никаких же не будет, правильно? Чтобы у нас этот листва не загорелась. Вот! Уже лучше. Уже хорошо. Так, я думаю, не загорится ничего. Здесь нормально все будет. Так, освещение есть, ребятушки? Мои животные здесь бегают. Где еще тут поставить мне освещение? Вот здесь давай. Все. Более-менее светло и ярко стало. На листву не встает. Все, кончились у меня освещение. Так, ты чё, овца, не можешь никак себе это, шерсть себе сделать, ёлки-палки. А, у меня где-то была здесь паутина. Только две штуки. Так, из двух штук, кажется, ничего не сделается, да? Блин, ну ладно, давай тогда инструменты я свои беру. А, вот булыжник. Я сейчас новые инструменты сделаю. Например, каменную кирку. Сколько? Ну, я по три буду делать. Потом топор и лопатки. Все. А, даже побольше сделаю. Так, мотыгу. На всякий случай тоже пускай у меня будет. И еще одну кирку. Все, замечательно, все хорошо, ребятушки. Ну, как-то так мы сегодня с вами незаметно играли, что уже время очень много прошло. Так, мне нужно сюда, может быть, овцу как-то поместить. Пускай она тут что-нибудь поест. Так, а где у меня дерево? Слушай, у меня же много дерева было. Секунду. Вот у нас дубовое бревно есть. Сейчас мне нужно будет дальше. Вот здесь вот достроить. Блин, овечка так стоит. Страшно. Вот мне, не дай бог, она упадет. И разобьется.
Будет очень печально. А, давайте с дубовыми тогда достроим уже, чтобы я не переживал за овечку, что она упадет и разобьется. Ну, как бы так вот, хорошо. Все. Так, в этом месте. Давайте построим. Тоже сколько у меня дубовых досок есть. Я тут дострою немножко. Вот в таком хаотичном порядке. Ну все, в принципе, дальше можем продолжать, конечно, добывать. Это все, ребятушки. Ну, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока-пока! Так, 22 победы. Так, а у этого чувака 209 побед. Самое первое место. Я хочу до первого места дойти. Матвей на Титане. Так, ладно. Матвей, смотри-ка у него. Аватарка. О! Да ё-моё, смотри, у него супер удар был. Что ж делать-то? Так, ну все, закончился у тебя супер удар. Поэтому сейчас я будем обжаривать. Ах ты, меня, смотри, как стреляет. Все-таки он умеет. Могёт. Но у него ничего не вышло. 23 победы. Так, дальше Зорро на Титане. Ох ты, ё-моё, ребята. Вот попробуй, да, выиграть 1000 алмазов. Это сколько нужно тут уничтожать противников. Ой-ой-ой, прям меня, смотри, стоит как. Ай-я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 й. Фух, не успел. Перезарядка была, значит, долгая. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, защита. Блин, а какая ж крепкая защита-то у тебя. Ну давай, еще немножко. Так, 24 победы. Это вот 213 уже, да ё-моё. Как все победить-то? Так, а сколько там получается? Смотри, если мы в сотке будем, то 30 алмазов дадут. Ну, я пока не в сотке. Угу. Пока не в сотке, я пока в 355-й месте. 355-е место. Нифига себе. О, это уже опасней. А, это опасный танк. Катюша. О, смотри. Я же говорю, опасный. Опасная Катюша. Опасная. Быстро ремкомплект используем. Ой-о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 й
Отлично, убили мы ее. Ну, здоровья мало было, конечно. Так, у нас вот какой уровень интересный. О, это было опасно прыгать так. Так, монетки. Так, здесь я запрыгну, наверное, только отсюда. Опа, очки. Так, спасибо. Что нам показали, что тут есть. Жук-паук этот. О, яблочко, спасибо. Так, давайте его перевернем. О, хорошо. Так, а где грибочки? Грибочков нет. Так, ну у меня зато этот есть. Как его? О, нет! Птичка. Невеличка. Не знаю, пропасть там есть или нет. Ух ты, ё-моё. Чё ж не показывают, есть там пропасть или нет. Так, высоко прыгаешь, да? Хорош. О, грибочек. Thank you very much. А какого фига я упал? Не понял. Юмора. Блин. Опять уменьшился. Опять уменьшился я. Так, здесь лучше вниз не нажимать. Что он непременно будет вниз падать. Так, это что за еще за бомбочка летящая? О! Фига она какая долгая. Так, нету грибочка.
А чё этот снаряд такой летал? А сейчас он перестал летать. Он вообще откуда? С небес свалился, а? Где-то здесь, по идее, должна быть эта самая пушка стоять. Нет, пушки нету. Всё, прошли уровень.